Притчи Лао Цзы. Лао Цзы ехал на ослике. Он никуда не спешил. Он ехал и слушал. Если слова приходили и складывались в законченные фразы, он записывал услышанное. Лао Цзы не выбирал путь. Он предоставил это Богу и ослику. Безбрежный божественный океан окружал собой Лао Цзы и его ослика и подсказывал чуткому ослику, куда ему идти. Сердце Лао Цзы было наполнено великим прозрачным покоем. Он слушал этот покой, ведь великая тишина наполнялась, когда в этом была необходимость, словами от Дао и Дэ. Так Лао Цзы познавал премудрость о смысле жизни человека и о законах, по которым люди могут жить, не нарушая гармонии ни земного, ни небесного. Также о ступенях лестницы восхождения от земли к небу. Или точнее, от земного к небесному, то есть к божественному, к изначальному. Он слушал о великой любви, под водительством которой вершится взаимодействие инь-ян, о том, как проявляется любовь Дао к каждому существу, как Дэ нянчит и взращивает души всех существ, о том, как познать Дао и как жить тому, кто хочет все это постичь на собственном опыте и достичь великий предел, состояние, в котором есть только изначальный океан, творящий все и включающий в себя каждого достигшего целиком. Этот живой океан наитончайшего изначального сознания и есть Дао. Лао Цзы записывал то, что слышал. Книга Дао Дэ Цзин постепенно складывалась. Лао Цзы давно уже оставил свою почетную должность хранителя архивов, должность, приносившую уважение людей и неплохой денежный доход. Теперь же он стал вести уединенную жизнь, позволявшую ему всегда быть со своим учителем Хуан Ди. Хотя он жил в материальном мире, но смотрел не на него, а в глубины. Он смотрел из мира материи, туда, откуда все материальное было проявлено, в миры божественного света и великого прозрачного покоя. Там его невоплощенный учитель и друг Хуан Ди всегда его ждал. Лао Цзы видел его не глазами тела, но глазами души, глазами развитого, любящего, духовного сердца. Ведь только ставшая светоносной любовью и прозрачным покоем, душа в состоянии видеть Дэ и беспредельно наитончайшие Дао и напрямую общаться с ними. Иногда Лао Цзы видел лицо своего учителя Хуан Ди. Иногда ощущал его присутствие, как любовь и покой, которые обнимают душу снаружи и проницают изнутри. Или как прозрачный поток силы, поднимающийся из глубин. Они теперь всегда были вместе. Человек по имени Лао Цзы и представитель изначального Дао по имени Хуан Ди. Хуан Ди был для Лао Цзы самым близким другом, самым мудрым собеседником, самым главным учителем. Иногда картины из далекого прошлого Китая вставали перед Лао Цзы, и он ощущал себя участником событий той давней своей земной жизни, в которой он был личным учеником великого императора Хуан Ди. Иногда же слова откровений лились рекой. Но бывало и так, что за целый день Лао Цзы записывал всего одно предложение. Но на многие дни оно давало возможность погружаться в медитации слияния с Дэ и растворения в Дао.
Лао Цзы постепенно привыкал так жить, всегда с Хуан Ди, в неразрывном единстве с ним. Он теперь смотрел на мир глазами Хуан Ди, оценивая людей и события с его позиции. Иногда они вместе молчали. Иногда вопросы сменяли ответы в живом диалоге. Они были всегда вместе, ученик и учитель. Хотите узнать, как все начиналось, как свершалось и как закончилось? Притча первая. Уступи дорогу муравью. Хранитель архивов императорской библиотеки по имени Лао Цзы шел по дороге и предавался размышлениям о том, что прочитал сегодня. Мысли захватили все его внимание, и он не смотрел себе под ноги. Вдруг он услышал слова «Уступи дорогу муравью». Лао Цзы опустил взгляд и увидел, что его нога едва не опустилась на спешащего к муравейнику маленького труженика муравья. Он осторожно перенес ногу через муравья и оглянулся, чтобы увидеть заговорившего с ним. Но вокруг никого не было видно. «Кто-то здесь есть?» «Да», — ответил невидимый. «Кто ты?» «Твой учитель. Ты бессмертный, познавший Дао?» «Да». «Почему же я не вижу тебя?» «Потому что глазеешь вокруг лишь глазами тела, да и то даже под ноги забываешь смотреть». «Как мне увидеть тебя?» «Нужно смотреть глазами сердца, духовного сердца». «Но как?» «Не торопись. Начнем все по порядку. Итак, мы говорили о муравье». «Это имеет значение?» «Да, все имеет значение и предназначение. Жизнь каждого муравьишки, каждого червячка, каждой птахи и каждого растения не является бесполезной случайностью. Они так же, как и ты, находятся здесь по воле Дао. Их жизни тоже служат развитию мироздания. И тот, кто не научился с уважением относиться к жизни любой воплощенной твари, тот не сможет сделать следующий шаг на пути познания Дао. Многие люди сейчас на Земле словно впали в безумие. Бессердечность стала господствовать в мире. Они убивают зверей, истребляют птиц, разоряют птичьи гнезда, вылавливают всех рыб из озер, рек и морей ради питания их плотью. Они уничтожают, вырубая и сжигая без нужды деревья. Бессмысленное истребление невинных существ ведет к превращению жестокости в норму. Вредные для себя такие люди стали почитать полезным. А в том, что действительно полезно, они не видят смысла. Так утрачивается истина. Так теряется память о гармонии, положенной Дао в закон существования и развития всего. Такое поведение людей противоречит их действительным интересам. Они же не ведают об этом. Но люди могут начать исправлять свои жизни, следуя принципам любви и гармонии. И ты, если захочешь, можешь помочь им узнать о законе Дао, о принципах, по которым все должно существовать в мироздании. Тот, кто знает этот закон, может обрести покой, радость и гармонию в жизни. «Почему ты выбрал именно меня?» «Нас многое связывало в твоей прошлой жизни на Земле. Чуть позже я напомню тебе обо всем самом важном из того. Тому, кто уже однажды одолел весь путь, легко все вспомнить. Тебе для этого потребуется совсем немного времени и усилий». «Почему я снова родился здесь? Почему не помню о ступенях пути?»
Ты пришел в это воплощение с особым предназначением. У тебя есть задача. Ты поможешь многим людям узнать о смысле их жизни и о том, как правильно жить. Мы с тобой напишем книгу о Дао и Дэ. Согласен? Как же можно отказать Богу? Очень даже запросто. Так поступает множество людей, отворачивая от небесного свои взоры. Они глядят только на выгоды от материальной жизни, оказываясь таким образом в плену материальных вещей. Так ты согласен мне помогать? Да, с превеликой радостью. Ловлю тебя на слове, ведь это не будет легко. Позволь мне увидеть тебя. Назови мне твое имя. Меня зовут Хуан Ди. Я навсегда твой учитель. В том числе я был твоим учителем уже много веков назад, когда ты жил в теле, рядом со мной воплотившимся, и учился у меня. И сейчас я снова готов быть рядом с тобой до тех пор, пока ты сам этого хочешь, хоть до последнего вдоха твоего тела. Мы можем с тобой кое-что полезное сделать на земле. Ты напишешь книгу, и мое древнее учение вновь зазвучит для людей Поднебесной. Твои слова, подобно стрелам из обители сокровенных знаний, будут попадать в предназначенные для этого цели на протяжении тысячелетий. Это не значит, что императоры и военачальники сразу начнут следовать нашим советам. Это не значит, что крестьяне, чиновники или торговцы разом изменят свои жизни в соответствии с мудрыми принципами. Но все же те, кто услышит и поймут, будут иметь возможность найти путь познания величия Дао и одолеют этот путь. Лао Цзы слушал Хуан Ди и словно рождался заново. Любовь, которая соединяет учителя с учеником, затопила покоем и блаженством сердце Лао Цзы. Он увидел мягкий переливающийся свет, который, сияя, словно лучи солнца в чистейшей прозрачности воды, сложился в облик великого учителя Хуан Ди. Лао Цзы хотел броситься к ногам учителя, но способность видеть Хуан Ди покинула его столь же внезапно, как появилась. «Не расстраивайся, на сегодня достаточно. Продолжим завтра. А теперь отдохни». Притча вторая. Построй небесный дворец в своем духовном сердце. Лао Цзы неспешно шел по дорожке. Невидимый глазам посторонних, рядом с ним был его учитель Хуан Ди. Не услышал бы их беседу случайной встречной, и ничего необычного не увидел бы наблюдающий за ними. Лао Цзы постепенно вновь обретал способность и видеть, и слышать своего учителя. «Как ты приходишь сюда из покоев Дао?» — спросил Лао Цзы. «Это легко», — засмеялся в ответ Хуан Ди. «Это намного проще, чем войти в покой Дао». Хуан Ди с улыбкой продолжил. «Любовь соединяет так прочно, что даже смерть тела не может эту связь разрушить. Все, что мы искренне любим, надежно сохраняется в памяти души. Я помню тебя. Вспомни и ты теперь о жизни со мной в том твоем воплощении. Вспомни о доме всеобщем, где обретает единство, познавший Дао. Тот, кто хоть однажды входил в такое слияние в обители всех совершенных, тот сохраняет полученные навыки навсегда. И эта память пробудит однажды душу и вновь призовет встать на путь, ведущий к вхождению в слияние с Дао и к упрочению такого слияния. Как река устремляется к морю,
так и такая душа, вновь родившаяся в мире материи и в нем повзрослев, устремляется к безбрежности Дао. Такие души ищут то единство, в котором они находят свое наивысшее счастье. Если собрать все удовольствия в мире материи и положить их на чашу весов, то они не будут способны сравниться с тем величайшим счастьем. Мудрый избирает драгоценное слияние с Дао. Он предпочтет это счастье всем удовольствием материального мира. «Ты можешь вновь воссоздать свое тело, чтобы я мог тебя обнять?» — попросил Лао Цзы. «Я могу все, но ты лучше обними меня без участия наших тел. Сделай это руками сознания, души. Я не буду баловать тебя чудесами для младенцев. Скоро ты все вспомнишь. И то, что ты сейчас воспринимаешь как чудеса, будет твоим обычным знанием и образом жизни. А пока обними меня покрепче, мой любимый». И прозрачный облик, имеющий лицо и руки великого Хуан Ди, сам протянул руки, чтобы обнять Лао Цзы. Яркость соприкосновений душ была несравненно сильнее, чем подобное объятие с воплощенными людьми. Теперь учитель и ученик соединились с душами. Тот, кто испытал такое, понимает значимость данного события. А для того, кто этого не испытал, подобное может случиться впереди. Хуан Ди продолжил урок. «Теперь вспоминай, что надо сделать, чтобы устойчиво пребывать в небесном дворце, который ты должен создать из своего среднего дантяна. Там ты всегда сможешь видеть и ощущать меня. Помни всегда, бесчисленное множество материальных объектов и череда событий – все это лишь внешние проявления жизни. Ум человека скользит от одного внешнего объекта или события к другому. Он разглядывает прошлое или мечтает о будущем. Но можно смирить ум и обучить его покою. Для этого следует переключить внимание от внешнего на внутреннее. Это происходит, если ум погрузить в средний дантян, или, что то же самое, в чакру анахату. Затем здесь может быть расчищено пространство и создан небесный дворец души, где тогда сможет обитать также частью себя и бесконечное божественное сознание Дао. Иными словами, в обширных глубинах развитого духовного сердца должен быть выстроен небесный дворец для Дао. И тогда можно будет и самому жить во внутренних покоях всего дворца, не печались от горя и не рекой от удач, но зная основу всего – Дао. Если ты приглашаешь в этот дом меня, то я прихожу туда из своего дома, обители Дао. Я буду приходить к тебе туда вновь и вновь, пока ты не сможешь сам прийти в мой дом и обосноваться в нем навсегда. Это бесконечный божественный дом всех Дэ. Там все они составляют одно, и это одно именует Дао. Таким образом, твое духовное сердце может стать домом и для Дэ, и для Дао, и для самого себя. Теперь Лао Цзы стал погружаться в духовное сердце, делая это осознанно, а не спонтанно, как это было прежде, когда от эмоций, охватывавших его при общении с Хуан Ди, вся душа превращалась в любовь. Но пока это пространство было весьма невелико и недостаточно прозрачно. Хуан Ди продолжил. «Ощути руки души, то есть руки духовного сердца, единосущны ему. Ты можешь с помощью этих рук навести здесь порядок и чистоту, для того, чтобы приглашать сюда меня. Ты давно здесь не делал уборку, и оттого внутренние покои души стали подобны дому, в котором никто давно не жил».
Хуанди на время оставил своего ученика, а Лао Цзы принялся за уборку своих внутренних покоев. Вскоре они стали подобны хрустальной комнате, сияющей, как бриллиант на свету. «Ты хорошо потрудился, чтобы принять меня», — вновь проявил себя Хуанди. Он продолжил. «Пространство, охватываемое духовным сердцем, вначале может быть мало. Но тот, кто стремится к слиянию с Дао, должен его углублять и затем расширять вновь и вновь, стремясь сделать его бесконечным, как Дао. Руками сознания расширь свой небесный дворец, чтобы было прилично приглашать в него меня, и чтобы ты мог вместить как можно больше меня». Лао Цзэ уперся руками сознания в прозрачную стену своего небесного дворца, и, о чудо, она поддалась и легко отъехала в бесконечную даль. То же он проделал с другими стенами, полом и потолком, прежде маленького пространства. Еще, еще, и вот уже свобода и простор, свет и блаженство. «Вот теперь это воистину небесный дворец», — одобрил Хуанди. «Но помни, что то, на что тебе потребовалось совсем немного времени, твоим ученикам будет делать намного сложнее. Некоторым будут нужны месяцы, а то и годы. Я ведь сейчас всего лишь помогаю тебе вспомнить то, что ты знал и умел в прежней жизни на Земле. И только по этой причине все это оказалось возможным сделать так легко и быстро». «Что мне делать теперь? Как жить?» «Жить со мной, вспоминая, изучая и дальше великий путь. А сейчас куда мне нужно идти?» «Сейчас поверни налево. В этом месте ты купишь себе белого ослика. Затем собери принадлежности для письма и отправимся в дорогу. Нам предстоит большая работа». И верно свернув налево, Лао Цзы попал на дорогу, ведущую к рынку. Суета и гомон торжища нахлынули со всех сторон. Но, как ни удивительно, они не нарушили покой, который царил в небесном дворце Лао Цзы. Он шел среди продающих и покупающих, ощущая присутствие Хуанди. Вот он увидел человека, продающего осла. Но Хуанди сказал: «Нет, идем дальше». Лао Цзы удивлялся своим новым ощущением. Он разговаривает с бессмертным так же запросто, как с воплощенным человеком. А присутствие и слова Хуанди он ощущает даже ярче, чем шум рынка. И вот, наконец, они отыскали милого белого ослика. Лао Цзы начал обсуждать с продавцом условия сделки и потерял ощущение присутствия Хуанди. Наконец, ослик был куплен. «Ты сильно переплатил. Бывший хозяин был жесток этому доброму животному и не заслужил такой платы», — услышал он вдруг. «Ну да ладно. Для первых наших совместных действий уже неплохо». Напутствуемый Хуанди, Лао Цзы быстро завершил все дела, распорядился имуществом. Потом он собрал принадлежности для письма и немного еды в дорогу. Притча третья. Слушай откровения великой тишины. Лао Цзы сидел неподвижно, прислонившись спиной к дереву. Птицы без боязни опускались рядом и клевали рисинки из его плошки. Белый ослик неподалеку подкреплялся сочной травкой. Лао Цзы сидел, слушая великую тишину. Иногда тишина наполнялась словами Хуанди. Хуанди говорил о Дао,
которая трудно постижима для людей, погруженных в мирские заботы. Они не ведают, что все здесь создано по воле Дао и существует для него. Если таким людям говорить о Дао, то они не поверят, ибо верят лишь тому, что видят их глаза и трогают их руки. А их глаза не способны еще увидеть Дао, и их руки не в состоянии прикоснуться к нему. Ибо должны быть открыты глаза души, и должны быть обретены руки сердца духовного. Только для ищущего смысл своего и всеобщего существования Де Дао открывает себя. Душа встает тогда на путь, и по мере приложения подвижником усилий великое невидимое становится видимым, великое неуловимое становится осязаемым, неслышимые слова обретают звучание, а великое знание постепенно открывается для понимания. Явными становятся облики бессмертных лишь для развитого духовного сердца. Есть много возможных дорог в жизни, но только одна позволяет случиться достойному завершению эволюции души. Это путь познания Дао с целью погружения в него, слияния с ним и последующего действования из него. Почему я так долго не мог вспомнить ничего? Я ведь так искал. Искал назначение жизни своей и жизни всех других существ. Искал причины несправедливости и бед, которые происходят с людьми. Искал то, что, как мне казалось, принесет мудрость и покой, наполнит пустоту внутри безбрежным счастьем. И не находил, хотя я верил, что обязательно есть то главное, зачем я здесь живу. Это было нужно для того, чтобы ты был в состоянии понять других людей, живущих среди лишь материальных вещей и бесконечной суеты событий и желаний. Если даже некоторые из таких людей захотят найти выход, то они ведь не знают, где и как его искать. Прочувствовав их трудности в жизни своей, ты теперь сможешь помочь тем, кто ищет путь ко мне. Да, я всю жизнь мою искал тебя. Я перечел так много трактатов, но так и не нашел того, что дало бы мне возможность найти тебя. Духовный путь берет начало именно и только в духовном сердце подвижника. Любовь, рождающаяся в нем, пробуждает к духовному поиску и росту, позволяет увидеть и выбрать в жизни ориентиры добра, мудрости, истины. Я прихожу к ищущим и идущим. Я помогаю тем, кто стремятся к нравственной чистоте. Ведь не только муравью, идущему своей дорогой, не должен причинять вред человек. Убивать животных, чтобы питаться их телами, это тоже есть причинение зла. Ведь есть же для человека много иной полезной пищи. Например, взращивая и собирая плоды и семена, предназначенные для питания, человек не нарушает гармонию, не причиняет боль, не сеет смерть. Если же он убивает животных или хотя бы способствует этому, то он уподобляется диким хищным зверем. Но то, что является естественным для внутренней природы хищного зверя, неуместно для человека. Сознание людей, так живущих, опускается на низшие ступени эволюции, ибо они не могут воспринимать тонкость и чистоту Де и Дао. Очень многим людям свойственно почитать своих предков, но ведь их предками были в том числе более просто устроенные существа. Каждый человек когда-то рос в качестве души в телах растений и животных, и люди могли бы почитать и сейчас все позитивные проявления жизни, заботясь о них, не причиняя им напрасного вреда. Пусть это будет уважением и к муравьям, и к рыбам, и к птицам, и ко всем иным мирным воплощенным существам. Ведь именно Дао дало им всем возможность жить на Земле ради развития, ради эволюции.
Смысл существования всего в поднебесных мирах состоит в том, что в процессе воплощенной жизни каждая душа получает возможность расти, совершенствоваться. Достигнув же совершенства, она вливается в Дао, обогащая его собой. Поэтому Дао непосредственно заинтересовано в том, чтобы ничто не препятствовало развитию каждой души. Человек, претендующий на продвижение по духовному пути, должен, руководствуясь добротой сердечной, выбрать в свою жизнь только то, что правильно с позиции Дао. В частности, следуя принципам чистого питания, пусть он укрепляет и тело, и душу, обретая незамутненность сознания грубыми энергиями, связанными с болью и смертью. Если же он видит неправильное в других людях, пусть он избегает взаимодействия с этим. Так обретаются чистота жизни, покой и гармония в эмоциях. Есть очень простое правило для жизни в гармонии с Дао. Делай другому хорошо, и тогда благо и в тебе, и во всей Поднебесной приумножится. Так постепенно накапливается в человеке то сокровище, которое не исчезает со смертью тела. Так душа обретает навыки жизни в любви. Так умиротворенность умножается в народах. Те, кто накапливает добродетели, собирают истинное достояние. Тот же, кто совершает зло, рушит опоры лестницы, по которой он мог бы подниматься от земного к небесному. Но нравственное совершенство души не обретается сразу. Воздержание зла и содействие добру – это есть самое простое начало, уместное для любого человека. Этому легко обучиться. Надо не раздувать пожар ссоры, не помнить обид, прощать, заботиться о ближнем, делай ему то наилучшее, что можешь. Нравственная красота делает человека ценным для Дао и приятным для людей. Хуан Ди, как важно то, что ты говоришь. Да, и ты будешь писать об этом книгу. Как? Я никогда сам не писал книг, я лишь хранил чужие рукописи. Я помогу тебе. Я буду подсказывать мысли и формулировать фразы. Просто не забывай слушать меня и записывать главное. Сам же ты никогда не настаивай на исполнении людьми моих советов. Пусть каждый, услышав истину, следует затем лишь своему разумению. Ведь ты не сможешь предотвратить ошибки глупцов. Ты не сможешь остановить сомнения гордецов. Ты не сможешь заменить своим познанием познание лентяев и безденников, лишь рассуждающих о пути. Только разумный, узнав об истине, захочет ей последовать. Но даже среди разумных ты не сумеешь отыскать себе много спутников. Но книга твоя «Дао и Де» будет источником мудрости на тысячелетия. И каждый, кто будет готов, сможет услышать мои наставления так же, как слышишь теперь ты. В этом твое великое служение Дао. Притча четвертая. Загляни за горизонт. Лао Цзы продолжал свой путь. В этот день он встал еще до рассвета, устроился поудобнее на спине своего доброго белого ослика. Его ушастый друг, хорошо отдохнув за ночь, весело трусил по дорожке. Вскоре они выехали на красивейшее место, на вершину пологого, как панцирь огромной черепахи, холма. Прекрасные просторы открылись перед ними. С вершины холма был виден восход солнца. Лао Цзы остановился, чтобы полюбоваться красотой восхода, и слез с ослика. Медленно поднималось солнце, озаряя своим нежным светом туманной дали.
Хуан Дзи заговорил. «Да, много тысяч лет назад люди видели восход солнца так же, как ты сейчас. Но сегодня я предлагаю тебе начать новую жизнь со мной. Для этого ты должен еще лучше познать меня. Смотри, смотри, что я буду предлагать тебе делать, и при этом ощущай меня все время. Пусть руки духовного сердца ученика постоянно обнимают учителя. Учитель же открывает проходы достойному ученику в миры как прозрачного покоя, так и нематериального, огнеподобного божественного света, подобного покраске нежности света утреннего солнца, который ты сейчас созерцаешь. Посмотри, там вдали, где небо как бы касается земли, есть видимое глазами, но не существующее в реальности линия. Это горизонт. Ты можешь сколь угодно долго пытаться приближаться к нему телом, но таким способом ты никогда не дойдешь до края земли. Вместе с тем эта линия может открыть душе проход в миры света, в те просторы, где обитают Дэ. Если именно душой, сформированной из духовного сердца, заглянуть туда, за горизонт материального мира, туда, откуда как бы восходит солнце, то открывается проход в нематериальный мир тонкости и света. И это божественный свет. Лао Цзэ ощутил себя душой, свободной от одежд материального тела, и оказался там, откуда рождался свет. Этот свет поднимался словно из пропасти за краем плоской земли. Там, в той пропасти, в глубине, была бесконечность божественного света, подобное огромному, не имеющему границ солнцу. «Что мне теперь делать?» «Прыгай в этот свет!» Бесконечный свет обнял его. «Глубже, глубже, с помощью огромных рук великой теперь души!» Он сам стал этим светом и смотрел теперь из него, будучи им, в ту сторону, где на границе мира материи и миров Д стояло его материальное тело. Лао Цзэ сделал усилие и посмотрел вновь глазами тела. Пропасти видно не было. Зашедшее солнце ласкало и пригревало. Тогда он вновь вернулся в состояние медитации, подаренной Хуан Ди. Сияющая бесконечность предстала перед ним. Погрузившись в нее и став ею, он мог сам быть источником того живого, божественного, огнеподобного света любви. Стараясь не потерять это состояние, Лао Цзэ продолжил свой путь. Притча пятая. Великий император Поднебесный Хуан Ди. Ослик неспешно шел вперед. Иногда он останавливался, чтобы подкрепить свои силы очередной порцией травы. Тогда Лао Цзэ слезал и предлагал ему попастись. Лао Цзэ стремился скорее познать все то, что открывал ему Хуан Ди. Он не раз спрашивал о своем прошлом воплощении, о тех уроках ученичества. И вот, когда они в очередной раз устроили привал, Хуан Ди позволил Лао Цзэ увидеть картины прошлого. Того давнего прошлого, когда Лао Цзэ стал одним из учеников великого императора Поднебесной. Процессия двигалась медленно и торжественно. Ее созерцал император Хуан Ди, неподвижно восседая в парадных одеяниях на возвышении. Людские массы, словно река, протекали мимо. Торжественная процессия казалась бесконечной. Воплотившийся Бог вышел к народу. Как же он выдерживает эти бесконечные церемонии? Неужели я буду допущен на личную встречу? Лао Цзэ вспомнил все это так ярко, словно все это вновь происходило с ним,
будущим юным учеником Хуан Ди. Но вот церемонии праздника закончились. Стражи провели нескольких приглашенных на прием во внутренние покои дворца Хуан Ди. Только многие годы медитативных тренировок позволяли справиться с волнением и спокойно войти. В комнате уже было несколько учеников. Хуан Ди ласково посмотрел на вошедшего. Это был словно другой Хуан Ди, вовсе не то божество с праздничной церемонии. Хотя божественное величие и покой были прозрачным океаном вокруг его тела, но это был также и просто мудрый и добрый человек. Хуан Ди произнес: «Рад приветствовать вас всех здесь. То, что вы приглашены, знаменует ваши серьезные успехи на пути постижения Дао. Надеюсь, за суетой празднеств вас не забыли устроить и накормить». Это было весьма удивительно, то, как его вселенское величие сочеталось с пониманием обычных человеческих нужд учеников. Очень скоро новые ученики Хуан Ди привыкли к его телесному облику, к живому присутствию Бога в человеческом теле. Его пребывание рядом с их телами перестало быть неземным чудом, вводящим в оцепенение от почтительности. Они могли задавать вопросы и слушать его ответы. И они не лишались дара речи, когда сам божественный властитель Поднебесный обращался к кому-то из них лично. В процессе обучения он иногда приглашал их в комнату для бесед. Или иногда он переносил их всех вместе телесно, своей силой, в другие места Поднебесной, в горы, долины или на океанское побережье. Тогда его уроки происходили там. Сейчас Лао Цзы видел себя среди учеников Хуан Ди. Они находились в комнате для бесед и внимали словам учителя. Хуан Ди сидел рядом с ними, словно равный среди равных, и вел беседу. Как будто не было расстояния между бессмертным мастером и его учениками. Этим он тоже помогал им подняться на высоты своего божественного осознания. Океан живого света Хуан Ди был и сверху, и снизу относительно нашей планеты. И по всей Поднебесной распростерлась его бескрайность. Но он также был и в своем теле, частью себя. Он сидел с ними в одной комнате и объяснял основу постижения пути. Великая душа, пронизывающая все сущее своим живым светом, была скреплена с человеческим обликом. И стоило ученику открыть врата своего духовного сердца, и его небесный дворец наполнялся любовью Хуан Ди. Вот он, божественный император Поднебесный, император их жизни. Взгляд его был спокоен, а когда он чуть улыбался, блаженство охватывало их всех. Когда бы вы ни подняли глаза к небу, помните, небеса существуют вокруг всей земли и внутри нее. Их наполняю я. Я обнимаю своим сердцем все. Такова моя вездесущность. Откуда бы вы ни позвали меня, я тотчас могу прийти на ваш зов. Я над всем и подо всем. Я не единственный из великих. Но всегда проще позвать на помощь друга, которого именно хорошо знаешь. Теперь вы могли бы задать свои вопросы, а я отвечу вам. Один из учеников спросил: «Отчего почти все люди живут так, словно Дао и Дэ не существует?» Лики Дэ недоступны обычному взгляду. Только любящее, нежное, утонченное и огромное духовное сердце обретает способность видеть их. Тело, несущее в себе маленькую душу, легко одолевается болезнями и прочими бедами. Также неустойчивы в жизни те, кто не ощущают радости свет, но лишь смотрят на свои проблемы и печали и видят лишь тьму. Людям следует познавать и практиковать пути очищения и души, и тела. И тогда радость придет в жизнь каждого такого человека.
умение жить и расти душой, устойчивой в утонченной нежной любви, становится великой опорой в жизни. Такой человек сможет вскоре увидеть бессмертных Дэ и положиться на их водительство, на пути познания и их, и Дао. Такие люди расцветают душами и обретают для себя незыблемую опору всего сущего – Дао. Тот, кому теперь обернулся Хуан Ди, задал свой вопрос. «Как мы должны помогать людям? Ведь лишь очень немногие хотят услышать мудрый совет. И даже те, кто услышали, обычно возражают и не делают того, что служило бы им на пользу. Слабых и неуверенных, не успевших повзрослеть на земных дорогах, также желающих самоутверждения и одержимых страстью к обладанию земным, надо оставить в их судьбах и не стремиться помогать им одолевать непосильные для них вершины. Вначале человек развивается медленно. Он испытывает все, что хочет и должен испытать. Все проживает он в своей судьбе, жизнь за жизнью. То сладость удачи, блаженство и счастье, то горечь поражений и печаль разочарований. И только потом наступает время, когда уже ничто не влечет его в мире вещей. Ничто не может вызвать в нем желание обладать чем-то еще земным. Тогда ищет он смысл своего существования и обращает взгляд души к Дао. Такого человека Дэ выводит на дорогу познания. Истина Дао нужна не всем, не всем она по силам. Душа должна дорасти в своей личной эволюции до появления страстного желания познать Дао. Но ведь этому невозможно обучить. Вы должны научиться видеть и находить тех, кому нужен путь. Еще один ученик задал вопрос, что касается земных богатств. Должен ли человек отказаться от обладания ими? Является ли богатство материальное препятствием на пути? Пока богатства земные не связывают человека как душу, они могут быть благом. Но много ли тех, кто владеет золотом и серебром, дворцами и землями, нефритом и яшмой, свободны от них? Но также не свободен душой от земного и бедняк. Его нищета сковывает его развитие еще сильнее, ведь он постоянно озабочен тем, что ему поесть и где взять средств к дальнейшему существованию. Такая его привязанность к земному вредит еще больше, чем владеющему избытком земного. Для того, чтобы стать действительно свободным от земного, бедняк должен прежде обрести это. Более того, тот, кто никогда прежде не владел ничем значимым земным, тот ведь так и не научился распоряжаться своим достоянием. И мало надежды на то, что такой человек сумеет не только собрать и духовные сокровища, но также ими правильно распорядиться. Он, в частности, не сумеет подарить то собранное сокровенное, которое обретет, пославшему его на землю для учебы Дао, чтобы в итоге исчезнуть в нем. Потому-то и приходят души на землю не один раз. Воплощаясь многократно, они должны обучиться многому и в мире материи, и в мире тончайшем. В том числе они должны познать любовь во всех ее проявлениях. Ведь искусный в земной любви может стать искусным и в любви неземной. Но неискусный в любви земной не сумеет постичь и проявить силу любви духовной, преобразующей. Вот поэтому-то люди вначале учатся любви в малом, где печали сменяют радости. Но тот, кто действительно познал и притворил в себе любовь божественно, тот уже не опечаливается ничем. Ведь он действует теперь в соответствии с волей Дао.
Что же касается тех, кто еще не готовы к великому пути, те могут послужить Дао своими делами. Это сделает их жизни уже и сейчас лучше, а их будущие судьбы прекрасными. Служа так, они посадят в свои судьбы добрые семена. Сотворенное ими сейчас благо принесет им плоды в их следующей жизни на земле. Судьбы тех, кто служит Дао всеми доступными им способами, чисты и красивы. Притча шестая. Найди сокровище. Однажды Лао Цзы, проезжая на ослике, увидел людей, которые усердно копали землю в развалинах под древними стенами. «Что вы здесь ищете?» – спросил их Лао Цзы. «Если ты совершенно мудрый, который видит все вещи насквозь, то подскажи нам, где здесь зарыто сокровище?» «Стоит ли тратить столько усилий на поиск кладов? Ведь злато и прочие драгоценности не сделают вас лучше или счастливее. Если бы вы вскопали землю и посадили семена, то земля вознаградила бы вас урожаем за ваш труд. Вы были бы сыты и довольны, и могли бы жить в покое. Зачем же вам то, к созданию чего вы не причастны?» «Нам не нужны твои поучения. Если ты не можешь видеть сквозь камни, то не прикидывайся мудрецом и езжай своей дорогой», — возмутились искатели кладов. Лао Цзы понял, что его слова не нужны этим людям, и продолжил свой путь. Однако он вспомнил, что читал когда-то о великом сокровище, которое должен найти человек, ищущий Дао. «Хуан Ди, расскажи, о каком сокровище, которое должно быть найдено на пути познания Дао, повествуют древние сказания. Говорят, что оно подобно пружине, которая поднимает смертного до познания бессмертия». «Ты задал хороший вопрос. Для него сейчас самое время», — ответил Хуан Ди. Лао Цзы слез с ослика и хотел начать записывать слова Хуан Ди, но тот остановил его. «Не стоит сейчас записывать об этом. Просто выслушай меня и узнай об этом сокровище. Для тебя настало это время. Наступит оно в свой срок и для каждого искателя Дао. И тогда они услышат мои слова и увидят бесценное сокровенное хранилище энергии сознания, которое накапливалось ими за многие жизни во многих телах. Каждый человек, живя на земле, начинает собирать воплощение за воплощением драгоценные частицы, составляющие постепенно это сокровище. Бескорыстно и нежно любя, возрастают души, готовя себя к жизни в раю. Даря другому или другим блаженство, также любуясь прекрасным, становятся они утонченными, приближаясь постепенно к обители Дао. Сознания при этом растут, обогащаясь наилучшими, то есть тончайшими составляющими. И чтобы не растратить это богатство души только лишь в земных делах, часть этой энергии сберегается на будущее, для деяний на пути к Дао. Многие люди обладают этим сокровищем, хотя мало кто ведает об этом. У одних оно больше, у других меньше. Если под домом зарыт клад, но хозяин дома об этом не знает, то не может он извлечь пользу от этого богатства. Нет пользы человеку в настоящее время и от того сокровища, если человек не ведает про него. Причем нет смысла пытаться его найти, чтобы использовать в материальном мире. Сокровищем этим может воистину владеть лишь тот, кто знает о сути его и может им распорядиться. Человеку нужно немного во всем материальном мире, но он не знает об этом. Он ищет многого, но малозначимого, тогда как великое сокровище находится совсем рядом.
Это сокровище дает достойному силы на пути. В Индии йоги знают его как кундалини. Но если недостойный по своим душевным качествам человек попытается использовать эту пружину, великую силу этого сокровища для повелевания на материальном плане, то она, эта сила, отбрасывает его назад, к самому подножию лестницы, ведущей к небесному. Жалкой становится его жизнь, печальна его участь. Растрачивает он тогда свою жизнь впустую, и должен он будет начинать накапливать то сокровище заново. Значит, человек, нашедший свое сокровище, не может вернуться к мирской жизни? Если человек добра выбирает мирскую жизнь и возвращается к внешнему, да и никогда не станут удерживать его. Человек свободен в своем выборе. Но в земную материальную жизнь нельзя взять те ценности, которые были предназначены для пути к Дао. Они тогда будто исчезают, становятся неуловимы. Это подобно тому, как золотой жемчуг, нефрит и яшму не привнести в миры Дао и Дэ. Там иное золото сияет. Сокровище, потерянное человеком из-за его неправильного выбора, сберегается для него в абсолюте, и он сможет потом вновь отыскать его в следующем воплощении. Когда душа готова, то я одариваю ее этим сокровищем. И все Дэ всегда радуются успехам людей на духовном пути. Хуан Ди продолжил свое объяснение, обратив взор Лао Цзы в тонкие миры. «Смотри, вот оно, твое сокровище. Все твои прежние утонченные состояния души, капля за каплей, образовали это море алмазного света, хранящееся в специальном огромном, словно на многие ли, простирающемся в глубинах многомерности вместилище копилки. Соединись теперь с тем, что является божественной частью тебя». Лао Цзы увидел зрением души в глубинах под своим телом огромный резервуар, наполненный сиянием, подобным бриллиантам, сверкающим на солнце. Он коснулся сокровища руками сознания, и неизъяснимое блаженство разлилось по телу. Было ощущение, что алмазное сияние превращалось в поток лучистого, прозрачного небесного блаженства и соединялось с воплощенной в тело частью души. Хуан Ди напутствовал: «Теперь устрой себе удобное ложе и пропусти это небесное блаженство через все уголки твоего тела. Соединяясь с божественной частью себя, ты будешь в состоянии воспользоваться силой и всеми умениями души, которые накопил за многие жизни, за все время обучения у меня». Лао Цзы растерил циновку и улегся поудобней. Стоило ему ввести руку сознания во вместилище сокровища, и вновь поток блаженства наполнял тело вплоть до макушки головы и изливался за головой. Словно тело стало прозрачным полым сосудом, а алмазный сияющий поток, как прорвавшая оковы льда весенняя река, протекал насквозь. Несколько дней он пребывал в этом прерываемом лишь ненадолго блаженстве слияния. Теперь он мог осознавать себя подобным великим Дэ, становясь огромным телом сознанием, состоящим из света, с лицом, с руками. Он мог стоять так над поверхностью земли, мог трогать и дочищать свое материальное тело руками души. Ему казалось, что он обрел всю полноту божественности и что ничто и никогда не поколеблет более это состояние. Казалось ему, что уже познано все, что может быть познано, что совершенство наступило, что достигнут великий предел. Хуан Ди не разуверял его, ибо действительно пребывал его ученик в состоянии, подобном великим Дэ. Но это была лишь малая капля великого океана. Капля по имени Лао Цзы.
чтобы полностью влиться вместе с обретенным сокровищем в океан Дао, нужно было еще немало потрудиться. Притча 7. Испытание не заканчивается до самого конца пути. Шло время. Ежедневные медитации стали привычной работой для Лао-цзы. Но в какой-то момент он вдруг заметил, что его постоянные усилия уже не приносили прежней радости и удовлетворения. А тут еще и погода изменилась. Уже несколько дней непрерывно шли дожди. Даже ослику не нравились порывистый ветер с дождем и расползавшиеся под копытами глина. Холод пронизывал тело Лао-цзы под промокшей одеждой. Ночевки под открытым небом не приносили желанного отдыха. Медитации получались все хуже, хотя он и трудился упорно. Лао-цзы не понимал, чего этим добивается от него Хуанди. А когда он об этом спрашивал, молчание учителя было ответом. Лао-цзы старался не подчиняться усталости, но... Наконец Хуанди заговорил. «Ну что, тебе все это надоело? Ты хочешь вернуться к своей прежней жизни и забыть о пути к Дао?» «Нет, разумеется, нет. Но почему все так плохо получается?» Переутомление или болезни тела мешают духовной работе. Необходимо сохранять энергии тела в полном порядке. Войди в дом и отдохни. После этого мы обсудим все твои проблемы. Перед усталыми путешественниками вдруг появилось старое заброшенное строение. Лао-цзы вышел и осмотрелся. Там было сухо и тихо. Дождь и ветер не проникали вовнутрь, только сквозь поврежденные в некоторых местах стены доносился ровный шум дождя. В углу была большая куча свежего сена. Так или иначе, но Лао-цзы получил теплую постель, а ослик – недурной ужин под крышей. «Благодарю тебя, Хуанди. Принимаю твою благодарность и отвечу на твой вопрос. Это было всего лишь небольшое испытание. Но я думал, что испытания уже давно должны были закончиться, ведь я всецело с тобой. Испытания не заканчиваются до самого конца пути. Возможность сорваться, отказаться от усилий или сделать неправильный выбор – это тоже есть часть божественного обжига, который должна пройти душа, чтобы обрести божественное совершенство. Ну а теперь отдыхайте». Обсохший ослик принялся за ужин. Лао-цзы тоже поужинал припасенными рисовыми лепешками и заснул. Ему снилось пространство блаженного света, в котором он парил, словно птица, отдыхая душой. Тело тем временем тоже восстанавливало силы. Ближе к утру Лао-цзы увидел себя среди своих друзей по ученичеству на уроке у Хуанди. Они вновь собрались в комнате для бесед. Хуанди обратился к ученикам. «Сегодня мы поговорим о некоторых важных аспектах и условиях познания ступеней пути. Это пригодится и вам самим, и вашим будущим ученикам. Обыденность и монотонность в исполнении духовных упражнений и усилий по служению могут закрыть от подвижника меня. Это подобно тому состоянию, которое возникает, когда сплошные серые облака весьма надолго закрывают свет солнца. Но и в таких ситуациях нельзя никогда забывать, что все духовные усилия могут принести верные плоды только в том случае, если они совершаются душой, упорно преобразующей себя в любовь. Ведь я не выхожу навстречу тому, кто не любит меня. А тот, кто забывает о любви, будет обнимать в медитациях лишь мертвую пустоту. Он не получит от этого удовлетворения и может даже счесть ошибочными и методы, и даже саму постановку целей и задач духовных усилий.
Беда в таких случаях коренится в потере любви к Дао. Стоит хоть ненадолго потерять состояние такой любви, и неуловимым становится то сокровенное, что, как казалось прежде, уже почти держал в руках. Я души и бесконечность Дао могут соединиться в неразрывном единстве. Но единственный способ этого соединения – любовь. Поэтому к состоянию любви к Дао нужно, особенно в трудных ситуациях, возвращаться вновь и вновь. Результатом может стать то, что состояние слияния с Дао станет именно привычным. Но на пути к этому надо научиться жить, не противопоставляя себя его воле ни в чем, ни в большом, ни в малом. Затем уже на следующей ступени совершенствования предстоит учиться жить, именно исходя из бесконечности Дао. Но это тоже получится отнюдь не сразу. Вначале каждая душа развивается, будучи индивидуальностью. Это необходимо для качественного совершенствования и количественного роста сознания. И только ставший очень большой и обучившийся всем божественным качествам, душа может полностью раствориться в моем прозрачном покое. Вначале познающие Дао приходят в обитель Дао как гости. Но великие Дэ входят и исчезают в Дао, ведь они возвращаются в свой дом. Это значит, что они стали хозяевами, то есть научились быть в единстве с Дао. Также они могут исходить из обители Дао, чтобы действовать в мире материи. Отмечу еще, что пока человеческое тело не обрело совершенную наполненность божественным покоем Дао, оно поддается влиянию неблагоприятных факторов. Разрушение и смерть тела сами по себе не причиняют вреда душе, и поэтому смерти тела не следует бояться. Но тела ведь даны для роста и совершенствования в них, и потому следует бороться за то, чтобы сохранять их здоровыми и сильными. Усталость, болезни – все это следует устранять, не поддаваясь им. Материальное тело необходимо человеку, чтобы одолевать духовный путь. Поэтому к телу следует относиться бережно, как к одежде, выданной Дао на целую земную жизнь. Тут Лао Цзы проснулся. Радость от обретенного понимания наполняла его. Снаружи сияло солнце. Капельки воды блистали на еще мокрой листве. Лао Цзы омыл тело под водопадиком, струящимся с горного уступа. Он ощутил себя воистину пробудившимся, и так же, как водой, стал промывать всего себя потоками света любви, текущего из небесного источника. Дарящие блаженство сверкающие потоки лились, лились сквозь тело и вокруг него. Лао Цзы вновь осознал, сколь великую помощь всегда готовы даровать Дэ всем тем, кто стремятся к очищению. Свет любовь наполнил и тело, и душу. Лао Цзы ощущал неугасимую потребность дарить этот свет всему живущему, всем существам вокруг, в том числе всем людям, которые живут, не зная о великом свете всех Дэ. А ведь они всегда готовы приносить исцеление и преображение и тело, и душ, и открывать желающим великий путь познания Дао. Он увидел персиковое дерево в цвету. Открывшиеся навстречу солнечному свету цветки дарили свою красу и благоухание. Лао Цзы ощутил себя подобным дереву, которое еще вчера стояло голым и лишь впитывало корнями влагу из глубин, а сегодня расцвело благоухающими цветами. Он позволил этому образу стать основой медитации, шагнул в глубины уже познанного им света огня, растворился в нем и стал прорастать, восходить светом огнем в свое тело. Потоки живительной божественной любви заструились внутри, и словно бутоны, состоящие из блаженства и чистоты, стали раскрываться в полостях чакр. А затем и мельчайшие энергетические каналы тела наполнились этим сиянием. Это было подобно тому, словно в каждый уголок тела втекли весна и благоухание.
свет-огонь свободно тек по всем энергетическим каналам тела. Лао-цзы ощутил себя заполненным светом, и этот свет неудержимо стремился излучаться наружу. Немолодое уже тело Лао-цзы обрело казавшиеся невероятными легкость, юношескую гибкость и подвижность. Оно стало излучать свет. Орел любви и блаженства охватывал все пространство вокруг. Хуан-дзи похвалил своего ученика. «Молодец! Ты проявил творчество и вплотную подошел к освоению медитации древа. Увидь теперь, как все живущие на земле существа получают жизненную силу от Дао, подобно растущим растениям. Исполнять эту медитацию нужно, начиная из моря света огня Дэ или из великого покоя океана Дао. И тогда, по мере освоения, ты сможешь ощущать все существа Поднебесной, как веточки великого божественного древа. Так можно восстановить и работу внутренних органов своего тела, вернуть им гармоничное функционирование. Так можно исцелить и другого человека. Но помни, что энергии, протекающие внутри энергоструктур тел разных людей, различны по уровню тонкости. Это соответствует состоянию душ, обитающих в телах. Если утонченность этих энергий внутри тела человека будет соответствовать прозрачному покою Дао, то постепенно преобразится и сама материя тела. Когда чакры и основные меридианы тела очищены, когда все три дантьяна развиты и утончены, можно заполнить уже все, даже самые мельчайшие энергоканалы тела, используя образ древа. Тогда божественная сила Дао пропитывает все тело изнутри, словно прорастая, насыщая телесную плоть божественным состоянием. А через некоторое время материя тела такого подвижника полностью преобразуется, становясь божественной. Тело тогда обретает бессмертие, а сам такой человек – все свойства Дао – любовь, вездесущность, всеведение, всемогущество. Так Дао обретает возможность наиболее эффективно действовать через наши тела в материальном мире. Но для освоения этого тебе еще предстоит немало потрудиться. Притча восьмая. Уроки целительства Хуан-ди. В этот раз Хуан-ди остановил Лао-цзы на подходе к деревне. Он указал на бедную, покосившуюся от старости хижину на окраине поселения и произнес: «Сегодня мы заночуем здесь». «Отчего? Ведь мы всегда обходили стороной деревни, соблюдая уединение. Ведь покой жизни с Дао не должен нарушаться суетой мирской жизни». То, что было хорошо в течение определенного срока, не обязательно будет хорошо всегда. Нельзя слишком привязываться к определенным правилам, ни в медитациях, ни в повседневной жизни. Попросись на ночлег в этот дом, и ты узнаешь причину, по которой мы с тобой сюда пришли. Наступило время кое-что изменить в твоей жизни. Ты теперь можешь учиться помогать людям. Лао-цзы постучал в дверь, но в ответ была тишина. Лишь после долгого молчания послышались шаркающие шаги, и изможденный старый человек отворил дверь. Лао-цзы вошел и увидел. Женщина, как видно, жена старика, сидела у постели больного юноши. Как догадался Лао-цзы, это был их сын, который тяжело болел. Старик, отворивший дверь, сказал: «Он наша единственная надежда и опора в нашей старости. И вот он умирает. Мы молили всех богов, которых знаем. Мы призывали духов наших предков. Мы отдали все наши сбережения врачевателям. Но никто не помог. Неужели небо наконец услышало наши молитвы, и ты пришел, чтобы спасти его?» Лао-цзы никак не ожидал такого приема и такого развития ситуации. Он обратился к Хуан-ди за помощью и услышал ответ: «Дай ему мое питье и сам погружайся в медитацию. Я научу тебя,
как вылечить юношу. Лао Цзы достал из своего дорожного мешка сосуд с настоем из горных трав, который научил его готовить Хуан Ди, отдал родителям юноши и велел поить больного понемногу. Старики благодарили гостя, так как будто чудо уже произошло. «Что мы можем сделать для тебя, святой путник?» «Теперь я буду обращаться за помощью в исцелении к Хуан Ди. Если вы позаботитесь о моем ослике, этого будет довольно». И Лао Цзы погрузился в медитацию слияния с Хуан Ди. Но вместо прямых указаний, как вылечить больного, он вновь увидел картины из своего прошлого. Мир сегодняшнего дня полностью исчез из восприятия. «Почему сегодня нет с нами Лю?» – спросил Хуан Ди. «У него заболела жена, и он остался с ней», – ответил один из учеников. Но не прямо теперь. Все события и беды, и радости приходят в жизнь человека не случайно, а в соответствии с волей Дао и посредством Дэ. Они многому могут научить того, кто готов учиться. И пока человек не извлечет уроки из всех этих ситуаций, ему очень непросто помочь. Лю ведь знал уже очень много о Высшем. Его выбор – это его право. Последствия же такого выбора строят его дальнейшую судьбу. Пока человек привязан своей любовью к земным своим спутникам более чем к бесконечности Дао, он должен оставаться среди земного, в кругу рождений и смертей. Но чтобы найти подлинное бессмертие, ласка и нежность, забота и помощь по отношению к другим существам должны обрести новую опору. Божественное, изначальное Дао. Если сейчас кто-то из вас станет убеждать Лю, что его любовь к Дао должна быть сильнее, чем его любовь к жене, если даже он послушает совета и оставит земное благодаря указанию, но не по внутреннему выбору души, то подобные ситуации будут вновь повторяться в его жизни. Нельзя тянуть людей к Дао. Каждый цветок зацветает в свой срок. И в соответствии с положенным временем появляются плоды. Дао имеет терпение ждать тот момент, когда этот срок наступает для каждой души. А сейчас у нас есть объект для обучения целительству. И Хуан Ди показал рукой сознания место, где пастух сорвался с горы и сильно повредил себе ноги. «Увидим это место все вместе», – произнес Хуан Ди. И через мгновение силы Хуан Ди, они были перенесены в то место в горах и оказались рядом с телом пастуха. Хуан Ди подошел к стонущему мужчине и провел рукой над ним. Тон затих. «Он умер?» – спросил один из учеников. «Вовсе нет. Смотри внимательнее. Он лишь потерял сознание. Душа на время оставила тело. Но это не смерть. Сейчас он не будет ощущать боль. Теперь просмотрите тело больного сознаниями и определите места переломов и прочих повреждений». Хуан Ди наблюдал, как ученики совмещали поврежденные кости. Когда это было сделано, он сказал: «Смотрите теперь. Тело пронизано множеством энергетических каналов, по которым струится жизненная энергия. Соедините в местах повреждений эти каналы руками души. Добейтесь свободного протекания энергии внутри всех каналов». Хуан Ди продолжал объяснение, ученики трудились, и через полчаса пастух уже стоял на ногах. Исцеленный с беспокойством стал искать свое стадо. Увидев незнакомых людей, он слегка испугался. Но когда один из учеников указал ему на сбившихся в кучу козочек, пастух поблагодарил и с поклоном удалился.
Хуанди, почему ты сделал так, что он не запомнил чудо исцеления? Сейчас это ему не поможет. Он не станет через это лучше, ибо не сможет вместить его ум то, как его исцелили. Этот урок был полезен для вас более, чем для него. Вы увидели возможности управления силой Д для исцеления. Но при этом помните о том, что это не сделать без согласия с волей Дао. Они вернулись в комнату для бесед, опять тем же чудесным способом. Там их ждал Лю. Виноватый и печальный, он упал к ногам Хуанди. «Хуанди, помоги мне. Моя жена тяжело больна. Никакие средства не помогают. Спаси ее, если это возможно». «Встань, Лю. Ты пока еще мой ученик, поэтому будь добр вести себя достойно». Лю, вытирая слезы, встал и приложил усилия, чтобы привести в порядок свои эмоции. Наконец он справился. В глубокой внутренней тишине он стоял с поклоном перед Хуанди. Теперь уже лучше. Любовь к отдельным существам воистину прекрасна, Лю. Но она может возрасти до бесконечной, лишенной привязанностей и человеческих условностей, божественной любви. И нет преград для такой любви. Ее возможности огромны. А смерть тела, как ты не расслышал, не является расставанием с кем-либо или концом чьей-либо жизни. Теперь ты можешь это понять по-настоящему. Да, Хуанди, пока я ждал тебя здесь, я многое понял. Да, ты многое понял, и это хорошо. Но ты пропустил урок целительства, Лю. Нам всем придется повторить его с тобой еще раз. Смотрите, обратился Хуанди ко всем ученикам. Нам не обязательно находиться телами рядом с телом больного. Достаточно рукой сознания, в слиянии со светом силы великих Д, подойти снизу к телу больного. Вот жена Лю. Делайте внимательно. Все пораженные болезнью энергии мы сейчас можем изгнать из ее тела, заменяя их светом. На это есть воля Дао. В этот момент Лао Цзы понял, что теперь вновь оказался в комнате, где сидело его тело и лежал больной юноша. «Теперь делай то же сам», — услышал он одобряющий голос Хуанди. «Сам это значит, что собой, как духовным сердцем с нежными руками, ты ощущаешь бесконечную божественную силу, которая течет и действует через тебя. Не беспокойся, я помогу тебе понять, как и что делать». Лао Цзы принялся за работу. Через полчаса юноша открыл глаза и произнес первые слова. Его родители уверовали в чудодействие, но больше они не были пока способны. Но любовь, почитание к Дао и благодарность к Хуан Ди Лао Цзы отныне всегда наполняли и освещали их жизнь. Сам же Лао Цзы на следующее утро хотел покинуть дом, где совершил свое первое исцеление. Но Хуан Ди остановил его. «Этому юноше через тебя Дэ продлили жизнь в теле. Теперь тебе надлежит научить его кое-чему из того, чему я учил тебя. Это особенно важно для того, чтобы он не остался должником перед Дао и Дэ». Так Лао Цзы обрел своего первого ученика. Притча 9. Жемчужины мудрости есть семена, которые могут дать всходы. Лао Цзы начал объяснять выздоравливающему юноше законы, по которым живет все в Поднебесной. Он говорил своему ученику: «Дао есть первопричина существования и самой Земли, и всех существ, населяющих все миры, и материальные, и нематериальные. Это все создано Дао, и по воле Дао развивается. Инь и Ян живут в гармонии. Их взаимное притяжение можно назвать любовью. Эта любовь и служит величайшей движущей силой во всем существующем.
Дэ пронизывают светом и обнимают своей любовью все в творении. Они поддерживают порядок и управляют событиями. Не во все события вмешиваются Дэ. Судьба каждого человека создается им самим, его мыслями и делами. Судьба каждого является результатом проявления его свободной воли. Великие Дэ реализуют судьбы, создавая учебные ситуации для воплощенных людей. Первые непосредственные контакты с бессмертными Дэ, первое погружение в их любовь и блаженство, ошеломляют душу великим чудом соприкосновения с Божественным. Но дальше, лишь через долгую череду усилий, подвижнику необходимо постигать совершенство. Не доехать земными дорогами и не дойти внешними путями туда, откуда исходят великие Дэ. Эта дорога скрыта от суетливых взоров и недоступна нечистым помыслам. Лишь полный любви, стойкий в бедах, умеренный в желаниях, имеет шанс пройти быстро весь этот путь. Небесное, скрытое от взоров обычных глаз, это есть не половина мира, а несравненно больше. Дао проявляет свою волю во всем существующем, но только посвятившие своей жизни познанию этого способны постичь Дао. А начинать надо с понимания различия между благом и злом, как это понимает Дао. Такое понимание станет руководством жизни и позволит избежать многих ошибок и потерь. Путь к Дао не обретается поисками в материальном мире. И очень важно, на что ты потратишь эту свою жизнь здесь. Задумывался ли ты о том, что будет, когда ты придешь к концу жизни в этом теле? Да, когда я был болен, я думал об этом. Когда я почти умирал, мне казалось, что я заглядывал туда, где души обитают без тел, туда, где живут предки. Я понял, сколь это важно отыскать смысл жизни, чтобы не прошли в пустых заботах или развлечениях отмеренные нам годы жизни на земле. Когда юноша полностью оправился от болезни, Лао Цзэ обучил его особым приемам, развивающим энергии сознания. Он говорил: «В теле человека есть 7 основных чакр полостей. Они как сосуды, в которых накапливается и затем распространяется по всему телу жизненная энергия. Эти полости и каналы, по которым течет энергия, должны быть чисты и светлы. Тогда тело человека будет здоровым. Научись перемещаться между этими 7 основными полостями. И смотри душой из них, как из окон, и вперед, и назад». Когда юноша освоил сказанное, Лао Цзэ показал ему новые упражнения. Энергии в ней и внутри наших тел могут восприниматься подобно воздуху свет. Если вдыхать и выдыхать этот воздух свет через руки, ноги, туловище и голову, то можно сделать все внутри тела очищенным и наполненным этим сияющим светом. И душа, и тело тогда обретают чистоту и силу. А внутренняя чистота меняет всего человека, который обретает теперь в том числе здоровье и долголетие. Юноша был способным учеником. Он вскоре освоил управление перемещением сознания света. Он теперь легко направлял эти потоки, словно ручейки и реки света, проливая их сквозь тело. Тогда Лао Цзэ рассказал ему о новых приемах. Наблюдал ли ты за кажущимся движением Солнца вокруг Земли? Это иллюзия. Но она может, по аналогии, помочь научиться вращать энергию по орбите вокруг, а затем и внутри своего тела, наполняя его светом. Расположи тело соответствующим образом, и пусть сияющий свет поднимается позади тела и опускается спереди. Делай, пока все пространство вокруг и внутри тела не станет наполненным светом и излучающим свет. И самое главное, научил Лао Цзэ потом своего первого ученика расширять духовное сердце, превращая его в огромный небесный дворец, чтобы приглашать в него Хуан Ди и других Дэ. Многие люди из окрестных поселений, узнав о мудреце, приходили послушать беседы Лао Цзэ и поучиться у него чудесным приемам исцеления души и тела.
Нередко он сам задавал вопросы присутствующим, и люди начинали размышлять, прежде чем получали готовый ответ. Например, отчего одни события мы считаем злом, другие – добром, а к чему-то остаемся равнодушными? Думали ли вы о том, что должно побуждать человека поступать хорошо? Все слышали, что человеку недостаточно одного только пропитания для тела. Нужна пища и для питания души. Какая же пища питает душу? Вначале Лао Цзы всегда учил пониманию нравственных законов Дао. Затем предлагал медитативные приемы, благоприятствующие их освоению. Перемены начинаются с внутреннего. Когда человек меняет состояние внутри себя, то и в жизни его самого и вокруг него начинают происходить изменения. Так равновесие и покой ума наступают при погружении сознания в духовное сердце. Велика польза внутренней тишины. Никакие тревоги мира сего не могут тогда поколебать внутренний покой подвижника. Никакие шумы, раздоры или разговоры не нарушают тишину, которая обретена внутри. Те, кто умеет учиться, превращают покой в силу, беды в уроки, удачи в освоенные ступени пути. Радостная гармония и ясная безмятежность достигаются теми, кто накапливают добродетели, а не злато земное. Счастье – это и есть свойство души, обитающей в обители своего духовного сердца, там, где может рождаться только любовь. Печаль не может проникнуть в духовное сердце, ибо там место уже занято любовью. Если человек выбрал для себя путь любви и освоил его, то в любой трудной жизненной ситуации он устоит, не утеряв главное. Ведь оно может восприниматься только в чистоте сердца духовного. Человек, узнавший об истинном назначении жизни, не будет заниматься бессмысленным и бесполезным. Полезным же он почитает то, что воистину несет благо, как это понимают Дао и Дэ. И скоро маленькая хижина на окраине деревни стала местом, куда стекались из ближних и дальних мест люди, ищущие ответов на свои вопросы, а также исцеление душ и тел. Старые родители стрёмного юноши теперь заботились о гостях, приходивших к Лао Цзы. Их жизнь наполнилась радостными трудами, и их старость была освящена любовью и благодарностью многих людей, и также Дао и Дэ. Но настало время, и уроки Лао Цзы подошли к концу. Он оставлял своего ученика изменившимся. Научился юноша воспринимать великих Дэ и слушать их совет. И стал он по мере сил делать то, что делал Лао Цзы, помогая людям. Но он сильно печалился, провожая своего учителя. «Я еще очень мало знаю, почти ничего не умею. Как же смогу я помогать другим?» Но Лао Цзы сказал: «Ты научился всему, что тебе сейчас необходимо. В свое время ты узнаешь все то, что знаю я, а возможно, постигнешь и больше. Ведь ты теперь ведаешь, как этому всему учиться. И именно помогая другим людям, ты сможешь это сделать наиболее успешно. Все тайные знания могут открыть тебе великие Дэ, тогда, когда ты будешь готов правильно их понять и распорядиться теми знаниями. Не уклоняйся от истины в жизни своей, следуй принципу добра и справедливости, и Дао будет охранять твой покой, а твоими действиями будут руководить мудрые Дэ». Хуан Дзин говорил мне так: «Следует научиться ощущать единосущность со всем, стараясь видеть ситуации глазами Дэ и Дао. Тогда, в частности, каждого встречного человека ты будешь ощущать столь же ярко, как самого себя. Ты будешь видеть его мысли и понимать его желания и возможности. И более того, ты будешь знать отношение Дао к этому человеку и видеть ту пользу, которую сможешь ему принести. Ты будешь видеть, должен ли ты помогать ему конкретному человеку в его добрых намерениях
или же не препятствовать ему замышлять и совершать неразумные поступки и предоставить его созидаемым самим его собственной судьбе. Именно так строится судьба людей. Судьбы словно следуют по пятам мыслей и дел каждого. Не бывает случайных значимых встреч на жизненном пути. Через те встречи приходит к людям воля Дао. И Лао Цзы вновь отправился в дорогу на своем ослике. Притча 10. О гордости, смирении, умении растворяться и о слиянии с Дао. Лао Цзы продолжал свой путь. Теперь нередко он останавливался в селениях или городах, на которые указывал ему Хуан Ди. Его слава как целителя и мудреца росла и ширилась. Хуан Ди напутствовал своего ученика: «Не стоит раскрывать великие тайны перед недостойными. Не стоит тебе также излишне радоваться славе, которая окружает теперь твои умения. Ведь ты достиг все главное, что умеешь, через общение со мной, благодаря мне. Только великое смирение и великая любовь позволяют обрести великую силу, совпадающую с силой Дао. Безупречное смирение не должно быть утрачено учеником никогда. И это залог великих побед над собой. Это основа должных свершений в преобразовании души. Нельзя быть согласным с Дао наполовину. Это вызывает опасный надлом. Если же человек начинает выдавать свою волю за волю Дао, то это путь к гибели, который незаметно поглощает все прежние достижения души. Только полное смирение перед высшей волей является лекарством от этой смертоносной болезни – гордыни. Гордый и себелюбивый – тяжел. Он тонет в пороках, опутывающих его своей тяжестью. Он терпит поражение в своем главном сражении в жизни. Смиренный же и бескорыстный легок. И потому ничто в жизни не может стать ему серьезной преградой. Он может быстро обрести прозрачность тела и утонченность души. Печаль и гнев – спутники гордости. Покой и радость – спутники безупречного смирения. В состоянии великого покоя принимай неизбежное. Все в мире материи подвластно человеку, живущему в слиянии с Дао. Он не имеет желаний, отличных от воли Дао, не имеет мнений, расходящихся в чем-либо с мнениями великих Дэ. Есть многие люди, те, которые только слышали о мудром и полезном, но так и не сделали это основой своих жизней, а уже почитают себя знающими и гордятся, думая, что им нет равных. Увидь, сколь их гордость смешна в свете истины. Гордый человек, обладающий порочным умом, склонен видеть пороки в других и осуждать всех окружающих людей. Но он не замечает недостатки в себе самом. Воистину же умный человек, видя недостатки другого, будет устранять те же порочные качества в себе, словно посмотрелся в зеркало, поставленное перед ним Дао. Помочь другим можно лишь тогда, когда они сами стремятся к преображению себя. К тем, кто готов услышать, имеет смысл говорить, обращаясь к ним. Но не следует вмешиваться в судьбы тех, кто отринули указания Дао. Совершенно мудрый глядит на все существа с позиции Дао, глазами, исполненными любовью. Он действует, сохраняя слияние с Дао в его великом покое. Его действия безупречны, ибо исходят из Дао, и потому упреки людей порока его не задевают. Он неуязвим для ненависти и осуждения, ибо такие эмоции не могут его ухватить, ведь он живет в Дао. Даже его телу люди зла могут повредить лишь в том случае, если на это есть воля Дао. Вразумлять людей – тяжелый и неблагодарный труд, но он служит на благо Дао. Пусть даже из 9000 человек только 9 услышат тебя на самом деле, и только один сумеет исполнить сказанное,
но и тогда польза будет велика, ибо тот один обретен достижение большее, чем все 9000 остальных. Однажды Хуан Ди произнес: «Сейчас тебе настало время вернуться к жизни в уединении. Отправимся в горы». «Но, Хуан Ди, ведь еще столько людей нуждается в моей помощи». «Ну что ж, поступай как хочешь». Лао Цзы направил ослика в долину, туда, где вдали виднелось очередное поселение. Он начал погружаться в медитацию, но вдруг заметил, что ослик сам сменил маршрут и неспешно поднимается вверх по склону. Лао Цзы обратился к Хуан Ди. «Ты не одобряешь мое желание помогать людям? Но ведь ты сам недавно напутствовал меня в этом». «Есть разные способы и возможности это делать. Я, к примеру, сейчас тоже это делаю. И делаю не только с тобой. Я могу помогать одновременно многим людям, ибо обладаю великой силой Дао во всей полноте. Нельзя противостоять Дао даже в мелочах. Это важно, научиться ощущать волю Дао именно всегда. Полное подчинение развитого человеческого ума воле Дао – это один из пунктов обучения. Если ты полностью отключишь способность мыслить, я буду смеяться над тобой, ведь мне не нужны глупцы. Но если твой ум будет оказывать сопротивление моей воле, то я отойду в сторону и буду ждать, когда же ты, наконец, вновь захочешь со мной соединиться». «Надо найти золотую середину?» «Да, только аккуратно соблюдая золотую середину, ты удерживаешься на пути к Дао. На этом фоне я учу тебя ощущать малейшие нюансы воли Дэ и Дао. Ведь теперь подходит время тебе полностью соединяться с моей великой силой. Но для того, чтобы обрести полноту такого слияния, необходимо освоить умение растворяться. Нужно уметь исчезать в безбрежном океане Дао. Так же, как капля воды, падая в воды, теряя свои границы и становится неотделимой частью воды, так же, как река, втекая в океан, теряя свое течение и берега, так и душа должна уметь полностью терять свою индивидуальность и обособленность, вливаясь в Дао, чтобы остались лишь единая любовь, единая мудрость и единая сила. Ты научился растворению в слиянии со мной. Теперь ты должен идти вглубь в сравнении с твоим обычным восприятием меня. Я собою проложил путь от сердца человека до обители Дао. Пройдя его, ты теперь можешь всегда жить в слиянии с наитончайшим. Ощути, каков я. Все, что не есть я, подобно одеждам моего безграничного вселенского тела сознания. Ощути мои вселенские величия и сил. Малейшие движения моих рук способны менять миры. Но когда в этом нет непосредственной необходимости, я сохраняю великий покой. Дао пребывает в состоянии великого покоя, и только по велению Дао из его обители исходит движение, сотворяющее новую реальность. Это движение есть творящий божественный огонь великих Дэ. Он есть сила, проявляющая и уничтожающая составные части мироздания, а также контролирующая и направляющая все происходящее. Так я управляю всем, оставаясь в слиянии с прозрачным покоем океана Дао, в глубинах под пламенем творящим. Имея материальное тело или не имея его, я всегда ощущаю собой весь абсолют. Тело мое, если я его создаю, подобно маленькому пальцу на одной из множества моих рук. Я могу действовать с помощью этого пальца, но не суживая ощущения себя до этого столь малого фрагмента жизни Вселенной. Ты тоже можешь постепенно расширять свое восприятие в этом мире и в мирах тончайших с собой душою, охватывая любовью и покоем все больший объем многомерного мироздания. Поначалу ты будешь еще не в полной мере средств силы,
но обретая все больше опыт жизни и слияния с Дао, возрастая в любви и мудрости. Через это ты постепенно будешь обретать все большие возможности проявлять великую силу Дао. Оставайся одно с бесконечным, прозрачным, наитончайшим состоянием изначального Дао. Не переходи границы океана Дао, даже входя в оболочку своего тела. Притча 11. Уроки постижения бессмертия. В этот день Лао Цзы проделал на своем ослике немалый путь по горным тропам. Часто на крутых склонах он слезал и шел пешком. Так они поднялись очень высоко. Усталые они выбрали место для ночлега. Ослик принялся за свой ужин, свежую травку. А Лао Цзы собрал сухого хвороста и развел небольшой костер. Он смотрел на огонь. Хуан Ди тоже смотрел на этот костер. Воспоминания вновь вытеснили реальность этого момента не менее яркой реальностью, явившейся из прошлой жизни. Хуан Ди и его ученики были на вершине горы. Ночное небо, усеянное звездами, обнимало их со всех сторон. Ветра не было, тишина, покой. Но было прохладно. Хуан Ди простер руку, и вспыхнул огромный костер. Он был удивительно красив. Языки пламени словно танцевали свой особенный танец. А снопы искр взлетали к ночному небу, как огненные нити, с которых в пространство ночи все сыпались и сыпались огненные звезды. Ученики отогрелись. Они смотрели на костер, который завораживал их своей красотой. Хуан Ди начал говорить в прозрачной тишине ночи. Его мягкий и глубокий голос соединял слушавших, говорящего и то, о чем он говорил, в одно. Понимание проникало в души одновременно со звучанием слов. Запомните этот костер. Вам достаточно будет вспомнить образ этого костра, чтобы потом, всегда и в любой обстановке, ощутить меня, мое присутствие. Так же, как бескрайний шатер звездного неба над всей Поднебесной всегда может напоминать вам о моем бытии, так этот огонь позволит вспоминать обо мне и о великой необъятной силе Дао, которая, как и само Дао, есть везде, подо всеми проявлениями материального мира. Она есть мой творящий огонь. Но привыкайте видеть и узнавать различные проявления Дао во всем на своем пути. Дао является невидимой опорой всего существующего. Люди приходят на землю, рождаясь, и уходят, оставляя исполнившие свое назначение тела. А Дао неизменно существует по другую сторону от проявленного мира. Если человек познал Дао, его уже не опутывают сомнения. Совершенно мудрый, познавший Дао, может служить для людей ориентиром. Он показывает примером своей жизни то, как можно привнести порядок и покой в мир, где царят раздоры и ненависть, как можно сохранять и приумножать в этом хаосе любовь и чистоту. Он может это сделать, потому что он сохраняет единство с Дао. Совершенно мудрые, познавшие Дао, могут указывать путь другим. Они своими трудами способствуют процессу совершенствования всего и всех. Они вливают в океан Дао и пополняют его бесконечность собой. Они обретают великий покой Дао и из него могут исходить для свершений. Каждая вещь или событие имеют свое назначение. Совершенно мудрые способствуют тому, чтобы вещи обретали наилучшее место, а действия происходили вовремя. Дао вездесущие, и вездесущие бессмертные, постигшие единство с Дао. Обретение бессмертия возможно для человека, но оно не даруется моими чудесами. Самый нечудесный и тяжкий труд над собой должен предшествовать обретению великих достижений и умений. Познающий Дао
совершенствуется, упражняясь в медитациях день за днем, год за годом. И такой человек способен в итоге обрести состояние бессмертного. Можно сказать, что жизнь в теле есть причина смерти. Но тот, кто умер, вернее покинул тело, тот знает, что это не конец, а начало иной жизни, жизни без тела. И такая жизнь может продолжаться долгие века. Но состояния, в которых она происходит, могут сильно различаться. Душа остается на том плане утонченности или грубости, к которому привыкла, имея тело. Познают жизнь без тела те, кто обучаются медитациям, одолевая путь познания наитончайшего. Покидая на время медитации свои тела, они не умирают, но познают жизнь свободных от материи сознаний. Возвращаясь затем в тела, они хранят память о небесном и учатся поддерживать и расти свои взаимоотношения с Дэ и Дао. Развитая и сильная душа может легко покидать тело по собственной воле, оставляя небольшую часть сознания в теле. Тогда можно телом продолжать идти, сидеть, лежать, адекватно реагировать на происходящее вокруг. Если мы поступаем именно так, то с телами не может произойти никакой неприятности, о чем повествуют некоторые фантастические истории про бессмертных. Такое тело на самом деле не съедят звери и не похоронят наткнувшиеся на него пастухи или крестьяне. Хуан Ди предложил ученикам начать заполнять тела его творящим огнем. Заполните все чакры и меридианы этим огнем. Пусть огнем станут у каждого из сознания и тела. Можно наполнять творящим огнем как все тело в целом, так и его мельчайшие детали. Еще немного усилий, и тела и коконы учеников стали наполнены божественным огнем. А чуть глубже этого великого пламени стал явен для них океан Дао, как живой, глубочайший и бесконечный прозрачный покой. Хуан Ди помог ученикам войти на некоторое время в него. Лао Цзэ услышал слова Хуан Ди, как казалось, обращенные только к нему. «Пока все лишнее в тебе не сожжено творящим божественным огнем, пока есть тот, кто входит, кто становится этим пламенем, то это и есть тренировочная медитация. Но когда делающий исчезнет, то останется истинное и единое бытие всех Дэ в бесконечности Дао». Лао Цзэ погрузился в бескрайний покой Дао и растворился в нем. Хуан Ди продолжал. «Мы, как души, можем жить погруженные в пламя Дэ или в прозрачный покой Дао. Войдем в прозрачный покой все вместе. Теперь попробуем смотреть оттуда на наши тела, и, начиная с чакры меридианов, начнем заполнять их состоянием Дао. Вот так теперь вы можете учиться управлять своими телами из Дао, постепенно замещая и ту часть сознания, которую вы оставили для контроля за телом. Причем на фоне прозрачности Дао сразу будут видны те энергии сознания, которые еще не тождественны наитончайшему. «Сколько лет нужно уделить этой работе?» — спросил один из учеников. «Лет 100, не меньше, а для ленивых и больше. Поэтому не все доживают до бессмертия своего материального тела», — пошутил Хуан Ди. «Но главное ведь это бессмертие души, которая обретает свойства и качества Дао и божественных Дэ. Исчезнуть в Дао, а затем вновь проявлять себя в творении — могут только очень большие Дэ. Прозрачность Дао абсолютно неуязвима к любым неблагоприятным воздействиям, так что учитесь быть прозрачными. Можно движениями энергии сознания по орбите, чему я вас обучал, изгонять из тела все иное, кроме прозрачного покоя Дао. Тогда Дао останется присутствовать в теле, все больше замещая его собой. Запомните этот момент. Сейчас вы в состоянии Дэ, сущих в слиянии с Дао.
вы ощущаете бессмертие на вкус. Но вам в дальнейшем нужно будет постепенно освоить все это самостоятельно. Итак, пусть самые глубокие глубины будут для вас сейчас единственным воспринимаемым миром. Слушайте, ощущайте здесь, в океане прозрачного покоя. Отсюда вы услышите, если с земли вас позовут на помощь. Вы сможете появиться перед воплощенными душами, поднимаясь подобно горам света огня из глубин океана Дао. Потом я научу вас, как перемещаться подобным образом и телесно. Помните также, что наша цель не в том, чтобы научить людей верить в чудеса. И без нас хватает сочинителей волшебных историй про бессмертных, которые могут делать все, что им заблагорассудится. Это мечта многих – исполнять любые свои капризы и желания. Но тот, кто служит Дао, никогда не исполняет свои желания. Лишь желания Дао и Дэ служат руководством к действиям. Даже свое тело не станет спасать от смерти настоящий Даос, если на то не будет воли Дао. Он просто примет, оставаясь в великом покое, смерть тела и соединится душой с Дао в обители всех совершенно. Покинув навсегда свои служившие тела, Дэ служит Дао и людям, являя свои божественные облики для контактов с воплощенными искателями Дао, даруя советы, управляя ходом судеб. Лао Цзы вновь сидел у маленького костра. С ним рядом мирно пощипывал травку белый ослик. Лао Цзы теперь легко надолго удерживался в великой прозрачности океана Дао. Хуан Ди повел беседу, словно она не прерывалась промежутком между воплощениями Лао Цзы. «Продолжим урок, который мы не завершили в твоем прошлом воплощении. Я расскажу тебе еще немного о таком единении с Дао, которое называется обретением бессмертия. Вначале душа постигает великое единство с Дао. Оставив на земле свое материальное тело, на время медитации или же навсегда, такой подвижник легко вливается в бескрайний океан Дао. Но, как я уже говорил, возможно и тело сделать бессмертным. Для этого требуются новые немалые усилия и долгая жизнь души в единении с Дао. Тело человека может тогда стать подобным чудеснейшему сосуду, который всегда наполнен Дао и носит Дао в себе. Это то достояние, которое действительно стоит обретать. Обычное человеческое тело непрочно и подвержено любым воздействиям. Оно легко может быть повреждено, оно стареет и умирает. Но можно создать бессмертное тело, наполненное бессмертием Дао. Такое тело носит в себе Дао, и через него Дао легко проявляет свою силу. Это тело не подвержено старению и болезням. Его можно легко растворять и воссоздавать вновь. Да, можно жить именно в столь глубокой степени слияния с Дао и при этом оставаться обладающим телом. Живя так, можно легко изучить механизм сотворения любых форм из бесформенного и наоборот их растворение в бесформенном. Тогда ты сможешь участвовать силой Дао в этих процессах. Притча 12. Рождение бессмертного Лао Цзы. Лао Цзы сидел в глубокой медитации. Пламя материального костра освещало Хуан Ди и других бессмертных, собравшихся у этого огня. Лао Цзы произнес: «Вот и все. Труд моей жизни завершен. Рукопись книги о Дао и Дэ оставлена в надежных руках. Переписчики уже взялись ее размножить, чтобы сохранить на века. Я закончил все свои дела и готов к смерти тела. Я готов покинуть полностью этот мир и перейти к жизни с вами, среди всех бессмертных в обители Дао».
Хуан Ди ответил: «Хорошо, иди со мной в глубины. Я принимаю тебя. А теперь растворяй себя, как ты умеешь, полностью в великом едином «мы», который называют Дао». Лао Цзы показалось, что он покинул свою материальную оболочку навсегда. Он стал и прозрачным покоем океана Дао, и огнем, исходящим из него. Прежнего Лао Цзы теперь не было. Он стал одним из бессмертных Дэ, существующих в единстве силы, которая сотворяет материальные миры и управляет ими. Для Лао Цзы было большой неожиданностью снова вернуться в тело. Но оно уже не было прежним. Он легко мог убрать его частицы, растворив их в бесформенном, или воссоздать тело вновь в любом месте. Океан Дао перемещался теперь вместе с Лао Цзы, словно неся на гребне своей волны, заполненной единым «мы» тело Лао Цзы. Так теперь стало суждено Лао Цзы нести великую мудрость и проявлять силу Дао и Дэ воплощенным людям, воспринимая все происходящее с ними из единства с Дао. Заключение. Лао Цзы обрел полноту бессмертия, и на протяжении веков он помогал людям познавать истину. Его тело больше не меняло облик и не было подвержено болезням и смерти. Он не старался оставить в веках свое имя, но он стремился подарить людям ту мудрость, носителем которой он стал, великие знания о Дао и Дэ. Немного знали о нем люди, но то, что именуют даосизмом, укоренялось и укреплялось в Поднебесной благодаря ему. Бывало, он слышал людские разговоры о себе и улыбался. Однажды он подошел к группе оживленно беседующих людей и услышал: «Те, кто видели этого мудреца на белом ослике, говорят, что он ездит, сидя на нем спиной вперед, и даже не смотрит, куда едет», — сказал один из беседовавших. «А еще говорят, что этот ослик может одолеть за день любое, даже очень большое расстояние, хоть в 1000 ли, и что когда мудрец останавливается на ночлег, он складывает ослика как бумажного, а когда надо ехать, вновь раскладывает, и тот оживает». «Да нет же, он на вале ездит», — возразил другой. «Не на вале, а на буйволе», — спорил третий. «Конечно, на вале, и возит за собой телегу рукописей». «Нет, куда там телегу? 10 телег, он же мудрец». «Да, он совершенно мудрый. Он читает мысли людей, знает прошлое и будущее, может излечивать любые болезни всего одним снадобьем, которое возят в тыкве горлянки, и может даже воскрешать умерших», — выпалил на одном дыхании первый из говоривших, гордившийся своими глубокими познаниями о жизни бессмертных. «Одни зовут его Джан Гу Лао, а другие называют Лао Цзы». «Нет же, Лао Цзы тот какую-то одну книгу написал, а этот Лао, когда стал бессмертным, взлетел и исчез, а его одежды упали на землю, и его ученики похоронили эти одежды». «А почему его рисуют с ветками дерева на голове? Это не его так рисуют». Лао Цзы подошел ближе к спорящим и приветствовал их. Они очень обрадовались и спросили: «Ты, как видится, человек ученый. Рассуди, кто из нас прав?» «Разве имеет значение, ездил мудрец на ослике или ходил пешком? Важно то, чему он учил. Вы читали книгу о Дао и Дэ?» «Нет, мы не умеем читать». И тогда Лао Цзы поведал этим людям немного из того, что знал, чтобы они могли осуществлять это в жизнях своих. Но он не назвал себя. Так и жил он, появляясь и исчезая в разных уголках Поднебесной, понемногу помогая многим, а немногих, уже готовых к тому, посвящая в путь познания Дао. Однажды Лао Цзы услышал, как юноши из даосского монастыря обсуждают его книгу о Дао и Дэ. Они спорили, долго рассуждали о словах. Лао Цзы скромно присел рядом и слушал. К спорящим подошла девушка и тоже стала слушать.
Но юноши перестали рассуждать о познании Дао и сказали ей, что удел женщин только мыть посуду и нянчить детей. И тогда Лао Цзы заговорил. Он напомнил о том, что путь познания равно существует для мужчин и для женщин, и стал открывать первые простые шаги этого пути. И юноша, и девушка с замиранием сердца слушали его слова, потому что с каждым его словом была скреплена истина, и это невозможно было не ощущать. И тогда некоторые из них отважились стать учениками бессмертного Лао Цзы. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвование и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!